Будьте в танке пока на ребре, а то вдруг их шотнет, этих танков, я хуй знает. Надо же диспу гамлем кануть, да, нихуя не себе. У Халеона в гире знаете сколько хп? Сколько? 87,8 мультов. Это уже мало. Сейчас протопал сдохнет. Все АФК что ли? Че говоришь? Да, у него КД у бидона. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Не, я могу, в принципе, на хоре доказывать. Ну, если ты хочешь шапать Пуга и Эльнурио. Эльнурио, по-моему, там Хурюк сидит, а не Эльнурик. Не знаю, сколько он будет давать за это. Пускай на. Пускай это. Как он называется? Сука. Довольствуйся тем, что есть, блядь. Без. Нихуя мне ПС-ку дали, если ты два моба вначале бью, блядь. Хуль ты там делаешь, блядь? Так бой будет потом. Ты их согрел, да? Эльнурия, они что, типа, к нам в Гельбио пришли или как? Ну, вроде как, да. Но они, говорят, в Гудфазере еще сидят. Ну, Гудфазер-то ДВшный. У нас позже их РТ. Хотя они иногда что-то тоже вроде играют. Вечером. Гудфазер уже нет. Я не шарю, мне похуй. Этот Хелиналь, кто там, Аганесинка и кто там? Дайте бафы, что ли, блядь, типа чё я без бафов, вообще ни одного бафа нету, блядь. Да, разбудим. Сейчас разбафаемся там. Ну трэш будет быстрее разбаф. А кто ещё, кто ещё у нас чата, блядь? Мага я, короче, взял, Сенатор, Друид, Аганесинка. А, точно, и Сенатор. В FDC и Сенатор. И этот маг, короче, и шпшник в Диссе, плюс они так, маг вроде пусанул. Или это не он, блядь? Они говорили, что в гильдию пойдет. А вот, маг, ты пойдешь в гильдию, да? Ну если что, сейчас возьмем. А шпшник, ты пойдешь в гильдию? Че у тебя там, иммортальти какая-то? Гильдия, короче, сибирская, с 16 до 20.00 РТ. Вот собираем второй рейд в обычку. ДТГ, ГМХ, РС, ЦЛК, обычки. Это промо. Промо акция. Блядь. Красноярск, не знаю. Есть Новосибирск. Красноярцы дома чилит, блядь. И не заходит. Жрите рыбу.
Роли шкаф. Кто так? Ваза нету. Что? Пока ходит. Тоша ваза нету, пока ходит. Хуй знает. Ту тактику не знает, тут пидор. Вон три танка, короче, трешевоз, флегматизм, хулидринг, это пока что. Это, если я ПГП лотмастеру раскидываю, если ШПшник, Огонек и Сенатор что-то надо, сразу поставьте в известность, лучше всего голосом в Дисе. Ну или если будете в чат писать, то пишите так, чтобы кто-то прочитал. Я потому что чат не читаю, прокручивается сильно быстро, когда шмот лутается. Всем лучше проверка. Вступайте в гильдию, качайте дом. Да, кто не пидор, вступаем в гильдию. Можно вон трешевоз у него, потому что у него есть находы, спек, можно его. Хотя ничего. Ну пускай нет, три танка. Его. Три танка есть, пускай спекается. Но это ничего ни на что не повлияет. На сурке можно спекнуться. Сейчас плохо. Сейчас. История. Так, все готовы, даю отчет. Блять, я фаска не. Ах, тут танчит ребро в итоге. Похуй. Кто-нибудь танчит. Просто кто-нибудь танчит. Все. Главное, в лужах не стойте, блядь, это все. Вот лужа появилась, с нее надо выходить. Че вы Геру не даете? Главное, лужа, блядь. Хилы вас четверо, кстати. Так что смотрите осторожно. Вот себе чё. Bone Storm cast. Ужите, а чё это? Почему так лагает? Не знаю. А чё-то это, нахуй, чё-то с игрой, блядь, сегодня. Они сегодня какое-то там обновление пилили, нахуй, сервер изображали. Я после этого обновления заходил в игру, блять, и у меня просто картинка зависала. У меня 10 FPS. Не весь. Я в 10 FPS леди 25 гер убивал. Мы так каждое КД убиваем, блять. Ну да, тяжело. Здесь... Он с каким-то аддоном конфликтует, то что вот так вот все грузится. Details, скорее всего. Не сдохните только в ледяной луже, блять. Ребята. Не, details. Ну, у него, но я говорю, у него это аккаунт. Я у вас хапал и мана бесконечно. Да, самохвали. На трэш кончается быстро. Любите шип. Шип на шипе. Шипы, ну. Ебать, заебал. Слушайте, ладно, бесит. Как это шейбро? Он уже инвалидом убился. Откуда тут мана закончится может? И сука, только стану, блять, она опять. А, так я стою дальше всех, ну, понимаете, так у меня постоянно. Опять тебя не будет, это пиздец. Ты все кадры. Bones by Cast.
Вообще в теории в кружке можно так стоять, чтобы от лужи не отходить. Хотя вроде как. Они вроде как типа фиксили, что потеря обратно, да? Ну вот сейчас. Вот сейчас она прошла вот прям из кружка, то есть задевала тех, кто в кружке стоит. Ебал. Она через раз, короче. Значит, мы вот так долго бьем, что пиздец. ДПС залупа. Мне кажется, он сейчас умрет от старости, блядь. Или просто сдастся, скажет, да ладно, блядь. Забирайте мои шлемы, да? Убивайте уже так быстрее. Так будет, да? Прикинь, три брин-тролля упадет, нахуй. Прикинь, сейчас три брин-тролля просто, блядь. Мне как-то падало три кольца БЕшно. Это прикольно. Я видел с кораблей эти три монетки на удачу. Ну это вообще дичь. У нас в прошлый раз две было. Я две видел. В гере внутри. Вроде. Ну три БЕшки это вообще кайф. А, у нас же в гере, да, по-моему, упало? Да-да-да, в гере давай, две монеты на удачу было. Лучше бы двое счетов упало, блять, они хоть пополезнее будут. Лишь тебе. Блять, надо было ДКшник, мне вот эти наручи нужны, блять, хотя бы там. Так я релогнусь. Ну, нахуй браузер, блядь, чуть-чуть. Так, щит. Дикон, хэпалю. Че, хэпалю закидывать? Ну, я на ов кинул. Так. Мне не горит, у меня бафтер. Тебе, а ну да, у тебя хуйня. Ну на, тогда водикону на ох. Кольцо, меткость, скорость. Могильная. Так. Так, это коту получается. Так, кто там в гильдию с вас пойдет? Прист пойдет, и кто ли маг, возьмите пока там трэш. Алло, там кахильте. Алло. Так, подушечка умирает. Наверное, подошла к мобам под клиф. Так. Да не, не хилит просто что-то никто, нахуй, совсем. Вы давайте как-то это поактивнее. Без вот этих ФК, нахуй, блядь, там стоянием из босса. Мы тебе били босса, пошли трэш бить следующий. Трэшевоз и флегматизм, кидайте ролл. Три часа, нахуй. Там в правой пачке этот помощник. Так что аккуратно. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Квест там не забудьте взять на Дурнавана. ДК, что ты лежишь, блядь? Это трэш. Давай. Что там, блядь, накурились или что, блядь? Чё вы там вайпаетесь? Террол. Тоже потанчишь тут холи дринк. Ты, короче, холи дринк. Да все потанчишь. Лучше ДКшника спекнуть, он холит. Да не, пускай сейчас трем потанчит, а то вдруг трэш еще не удержит. Ты холи дринк, короче, со звезды три моба.
Отрешвоз, флегматизм и кружок. Отрешвоз с лестницы грипп не шмоба. Вот там метки. Отрешвоз ПКД умирает. Что там, не хилите нихуя, или что, не могу понять? Он не прибегал, Трешевоз. А. Ну не знаю, я по крайней мере держу двух танков, флегматизм и холи дринк. У нас два холи пала вообще, там может, блядь, весь рейд держать. Равист вообще может в соло это все прохилить. Но видел... он, наверное, АФК отошел. Видел я как-то одного челика, который соло хотел прохилить. Руфа в 25 обычки и вайпнул рейд. Я ему сказал, потому что он пидор. Он с этим не согласился. Он сказал, что ему не помогают шипешники хилить. Я сказал. А, да. Я сказал, ну понятно тогда. Тогда не говори никогда, что ты соло прохилишь. Что-то в 25-ке. Десятки я бы еще поверил. Ну, там опять же нужен какой-то пассивный отхил. Или какая-то скиллованная игра от ассист классов, от шипешника. От ретрика. Да, ну типа, целка невозможно в одного хила пройти, это будет просто, ну, синдра просто, ну, не даст этого сделать. Синдра не даст. Ну там только ассист, на ассист классах, там можно все это выдержать на ассист классах, но при условии, что ты не нарушаешь правила, то есть ты за каждой глыбой скидываешь стаки таинственной энергии, иначе там действительно такое количество хп, нет, которое не отхилить. Вчера синдру в десятке убили, у нас она просто, блять, умерла, знаешь, как это так. Все живые, она просто там, просто дотикала, как говорится, блядь, типа, без так всякого еще... там буста, без всякой залупы, блядь. Так ничего удивительного. Еще две, полторы минуты до берсы, блядь, оставалось. Я не согласен. А? Не согласен. Не согласен? Я вообще хотел ее дамажить. Не понял. Она не дала, сука. Рыба стоит. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Рановано, кто контролить будет? Я по контролю. Так чувствую, что на кого-то бафа не хватает. Прям вообще вот. А, у нас нету, да, из-под этого тема никакого. А, у нас и варлоков демони нет. Вот мне сейчас кто-то МП5 дал вместо каски. Или кулак. Нахуя мне вообще кулак? Ёбаный в рот опять звонит. Один секунду. Блять. Сори, позвонили. Подушка. Подушка тут нет. По контролю можешь разберитесь. Короче, подушки нет, запускайте. Тут на месте подушка он подтвердил. Это место станет вашей могилой. Я освобождаю. Что ты делаешь, Вара? Иди бей трэш, блин. Трэш, 3 секунды. Ты не в силах противиться моей воле. Восстань и обрети истинную форму. Трэшевоз, ты в диссе, нет?
себя от проклятия плоти. Мой... Что ты за хуйню делаешь? Трешевоз, ты тут? Диси нет? Алло. Милики, идите сзади, мы бобейте. Я поставил ромбик. Ты в стороне... Да, ладно, забери. В стороне кружка танчишь вместе с этим, с холидринком. И туда, и туда гриппой этого моба с ромбика. Я слева танчу. Ой, не... ты говорил. Ну похуй, да похуй, хоть куда, блять, в любую сторону гриппой этого моба, чтобы он не стоял. Вот этот вышел, вот он, приверженец. Он, сбивай ему каст, вот сбивай. Вот он не пойдет, он будет кастовать. Это делается для того, чтобы моб не дрочил там, не стоял у лестницы, блять, весь рейд. Вот крипток как сдох, блять. Сука, вы что нахуй? Хуету исполняете? Что, играть не умеете или что, блядь? На Джеку за контроль. Везение 80 уровня, криптолк. Spirits. Ты не в силах противиться моей воле. Дикона сейчас убьют. Духи. Есть, хлопнули. Spirits. Дарноланзуш. Духи возле леди. Привычно, когда они Spirits. Не зеленые. Spirits. Духи в леди идут. Блять, Макс, сука, нахуй ты мне косты кикаешь? Дух возле леди. Оба. Хлопнули. Это плохо, да. Все два вара, кстати. Возле леди. Спиритс. Ты не в сил противиться моей воле. Spirits. Spirits. Сколок и бой ее. Ой, это сколок и бой ее там. Так, штаны надо кому-то? Сколько у тебя осколков? Он драконов бьет. Пигматис, беги сюда с этим драконом. Третий, вот это забирай. Ко входу, ко входу. Че, а мне ФДД? Сервак упал. Интересно, останется осколок? Чего прощелить не могу? Серв, говорят, упал.
Чё, блядь, за борьба с пиратством? Кто эту придумал хуйню нахуй? У меня брат в Питере, блядь, просит ему игру скинуть нахуй. Ой, ебать. Я же вроде того, чтобы играть с вами, лол. А без воды это что там? А, цель гильдии без воды. Лол. Приняли Сентека в гильдию, получается. У него был же прист какой-то, нахуй. Играл бы им, блядь. Вот и 5-24. Вполне вероятно, да. Так не. Хотя, блин, так еще хуже, нахуй. Ой, ёп. Ну да, это будет прям уже совсем не успеть. Да что, сейчас пересобираю? Тупаная залупа, блять, а не сервер, нахуй. Пиздос. А я хуй, надо пересобирать, да? Да. Я ебал эту хуйню, блять. Параша ебаная. Осколок остался. Хорошо. Вы не являетесь членом группы. При том, что, блядь, группа лежит, есть. Так, Санатор и Ивар. Мужики, мои соболезнования, комбоешка упала с мешка. А я не успел лутануть мешок. Мешок откатили. Надо будет сейчас это самое. У меня он теперь вообще не открывает. О, прикольно. Мне тогда не упало. Да, надо пересобирать. А сейчас упало. Тогда мы будем, сейчас есть багажка. Съебись. Надо ее засейвить сразу, чтобы еще раз не откатило. Кто там портанулся? Кому пати дать плюс в гильдию ассиста? Там соберем обратно. Прикольно, конечно. Надо почаще вот так вот, чтобы откатывало лидик. Точнее, мешочек. Так, долго будет немного. Ой, дай я сесть на холидринку, а то сейчас ДКшника запиздят. Не могу пригласить члена другой группы. Я опять упал. Да вроде нет, блять. Пускай падает, я одну болезку выстрелил, но буду верить во вторую. Долбоебы, блядь, убивают друг друга, нахуй, ебнутые.
Дех палю. Еще маг пук и шп пук. Маг и шп, присоедините в чат роды куда-нибудь. Так, Эльнурия он взяли. Это не этот. Он просанул. И этот остался Хапалю. Че, есть сумон там? Сейчас шкаф поставлю. Тыкайте. Тыкайте. А чё вы тут стоите, блядь? Давайте трэш бить. Сука, хоть похилили, блядь. Не в ДД? Да. Пушку хилы только не садитесь, у вас четверо всего лишь. Где Вархель, блять? Берите ранцы. Запусти. Полетит назад корабль, танчит. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарада. Ой, кто танчит на том корабле, спрошу. Ну кто?
отвлеки! Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Кто с танки с вас полетит туда? 5, 4, 3, 2, 1. Я на нашем корабле побью, дрожь. Танк умер у нас, он танк полинает. Улетаем оттуда. Улетайте. Быстрее, быстрее улетаем. Ждем, пока скинет Мурадин стаки. Что, подами? Что там он скинул, нет? Нет, еще не скинул. Все, скинул, летим. Стильте кулидринка, я у нас трэш танчик. Можно вот этот скрабля. Должен добить. Это, если вы там в Дисе не говорите ничего, там, курюк, этот самый трешевоз, то насчет таких вещей, как роли там на ДД спек, или на хила, или на еще какую-то хуйню, говорите, ставьте в известность, потому что я чат не вижу, у меня прокручивается, когда лутается шмот зеленый, и я не собираюсь чат листать, чтобы искать всю эту хуйню. На два спека ролить не получится за рейд. Наручи как отдадите, скажете. Ставьте в известность об этих вещах.
А то я не в курсе, и получается люди расстраиваются. Круто. Это пуги вам не надо, вот эту хуйню. Кто там? ШП и маг вам не надо, эту залупу. Это беспонтовые запы. Перчатки или что это? Так, надо. Вот Фокс, ты уверен, что тебе это надо вообще? Вот Фокс, тебе это надо, эта хуйня? Какие тебе запы надо? Сапоги у меня. У Холидринг. Прист, тебе какие запы надо? Который с корабля? А, следи это буешные. Ты знаешь, что такое буе? Мне на распыл отдали. Буен ролл, конечно. Что там, хилы надо кому-то, счеты? Нахопала такая себе хуйня. Спроси у Эрхеля. Биг Дэм тут? Да. Запускаем. Если кому надо, я только на одного босса хотел кое-что глянуть, идите. Вот рыба. Это хорошо. Что ты хотел на одного босса, я что-то не понял. Счеты, что ли? А. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Там, да. Если надо будет, этому Эльнурию отдашь. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Ну все, сейчас если 27к не дашь, нахуй. Можно удалять ШП. Можно, да. Ни одного рейндж бафа вообще нет, там нихуя практически, блин. В смысле, сова есть, блин, самое главное. Демона нет. И с под это тема хотя бы даже. Да и нахуй демон, похуй вообще. Бать лагает, но по-моему. Ну, хз, кстати, после ребута меньше стало лагать вроде как. Да, немножко. Ой, ты не знаешь, они под стаки на ланке. Они же на ланку, по сути, должны хилиться, у них в процентах как-никак меньше всего хп. На них, кстати, влияет лимит порталов? Мне всегда любопытно было. Короче, хуёво очень, тебе как-то голос доносится. Не понял, валька, стаки, порталы, что-то еще там, что-то там влияет. Не допёрло до меня, что там влияет. Стаки на вальке. Не понимаю. На отхил счет. Мне всегда было интересно, влияют стаки на вальке или нет. Да должны, блять. На все исходящее исцеление не влияют.
У меня зависло все. Ну ничего страшного. Вот почти 22к с демоном и анхоликом можно было 26 выжить. Мы похороним тебя, как подобает. Так, завоеватель, что у нас там? Кот, маг и... А, был ты анхоликом был раз? И прист. Прист тебе надо, завоеватель? Не думаю. Но с демонами все равно можно было больше. Ворохель тебе к спеху, это хуйня? Да, давай. Тогда одну присту отдам, пока если будет вторая, вторую тебе дам. Защитник надо кому-то? Так, Дикон, Ивар. Кому с вас, Вадикону или Вару? Вару отдавай, если ему надо. Чё там, кстати, был ДПС, блин, сейчас взглянуть. Так, 297, можно на фул идти.